103-я годовщина Октябрьской революции. Отметили события и в Кишиневе. Несколько десятков человек собрались у памятника Владимиру Ленину на ВДНХ. Собравшиеся отметили, что сохранят память об этих событиях на долгие годы. Сейчас находятся такие люди, которые омерзительно говорят о этой революции. На самом деле мировое сообщество благодарит всегда Советский Союз, благодарит великого Ленина за то, что они сделали для всего мирового сообщества. Думаю, что он был хороший, честный, и мы все его продолжаем любить. И даже если мы его не видели, все равно мы верим, что это был хороший человек, и у него были правильные идеи. Благодаря Великой Октябрьской СССР, которая создала условия для того, чтобы простой сын крестьянина мог стать таким человеком. На мероприятии присутствовал и председатель партии коммунистов Владимир Воронин. Он, как всегда, хвалил советские времена и критиковал нынешних политических лидеров. То, что происходило и было построено в советские годы, не могут повторить вот уже 30 лет. Все те, кто называют себя демократами, и все те, кто меняет правительство одно за другим каждый месяц или несколько раз в год. Тогда было равенство во всем, и все было основано на принципе построения общества для всех. Октябрьскую революцию отмечают в ноябре из-за перехода на григорианский календарь. Фактически большевистский переворот произошел 25 октября 1917 года. Тогда было свергнуто временное правительство и установлена советская власть. В результате этих событий пострадали миллионы людей. Тысячи были приговорены к смертной казни из-за религиозных или политических убеждений.